Привет всем, друзья! Сегодня покажу и расскажу, как сделать лавочку из профильной трубы и досок. Для ее создания не нужно специального образования. Если ее покупать в магазине, она дорого обойдется. А если вы ее сделаете сами, она вам обойдется сущие копейки. Пришедшим к вам гостям вы всегда сможете похвастаться, что вы сделали ее своими руками. Для начала доски нужно пройтись рубанком, как в моем случае. Вы можете купить уже струганные доски. Также нужно пройтись рубанком и боковые части досок. Острые места на доске нужно сточить болгаркой. Из профильной трубы я сварил ножки для лавочки. Размеры я чуть позже расскажу. Ножки нужно обязательно покрасить. Я использую черную краску по ржавчине. Доски обработать морилкой, любимым вашим цветом. Продиктую вам размеры. Спинка у нас 50 сантиметров. 40 сантиметров верхняя часть. Боковая 38, 35 передняя, потому что стоят таким образом, сами видите как. Нижняя часть, она может быть разная, ничего страшного, 60 сантиметров. Пока доски сохнут, дам размеры. Получается доска, которая снизу будет, 150 на 30, 30 на 40, ну, здесь 35, значит, 40-ка. На спинку 20-ка, сотка, 100 миллиметров. Доски буду закреплять я мебельными болтами. Я уже накрутил гайки. На низ пойдет 90 миллиметров, наверх 60 на спинку. Чтобы нам закрепить ножки, нужно отмерить 25 сантиметров, чтобы ровно было все, и отчертить. Сейчас следующую доску. То же самое. Сделаю замер. На камеру неудобно. Ничего страшного. Итак, остальные доски. Сейчас примерно установлю ножки. На них уже буду укладывать доски. Нужно подобрать, чтобы ровно было, потому что они не все ровные. Их, может быть, придется повернуть. Хотя уже как бы неплохо получается. И теперь то, что нарисовали, сейчас я снизу посмотрю, подровняю все и уже начнем все это дело прикручивать. В середине доски на глаз нужно сделать отверстие сквозь доску и профильную трубу. В отверстие установить мебельный болт и снизу затянуть его. Также просверлить в середине следующую доску. Установить болт и затянуть его снизу гайкой. В следующей доске, чтобы в столб не попасть, нужно сделать отверстие ближе к предыдущим доскам. Также установить болт в отверстие и снизу затянуть его гайкой. Лавочку положить на спинку и примерить доски. Посредине доски сделать отверстие сквозь доски и профильной трубы.
Доску затянуть болтом с гайкой. Ни в коем случае не перетягивайте. Как вы уже заметили, лавочка не имеет перемычку снизу. Она не понадобится, лавочка шататься не будет. Когда доски на лавочке сохнутся, гайки нужно подтянуть. Кому видео было полезно, оцените, пожалуйста, лайком. Всем удачи и добра!